это здание Тадж-Махал. Мавзолей и мечеть, находящиеся в Агре на берегу реки Джамна. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, жемчужина мусульманского искусства в Индии. Оперный театр в Сиднее, одно из самых узнаваемых зданий в мире, было построено в начале 70-х и с тех пор является визитной карточкой Австралии. Сейчас мы проникаем в здание библиотеки МГУ. Мог ли предположить великий Ломоносов, основатель Московского государственного университета, что со светом и цветом можно будет проделывать такие чудеса? А ведь сам Михаил Васильевич в своих трудах по физике столько внимания уделял изучению световых явлений и теории светообразования. Даже критиковал ньютоновскую теорию света. Создатели шоу уже ведут нас дальше. Мы вступаем в век индустриализации. Паровоз, похожий на изобретение братьев Черепановых. Ну и первый самолет, по-видимому. Тот самый, который изобрели американцы, братья Райт.
мы движемся вперед. Информационный век дарит нам ЭВМ, компьютер, звукозаписывающее устройство, электронные игры, кучу-кучу всего того, без чего мы прекрасно обходились и до этого. Трудно сказать, что символизируют вот эти дамы. Ну, возможно, возрастающую роль женщины в мировом общественном и политическом движении. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну и вот как-то так сразу мы переходим к величайшей странице в истории человечества – пилотируемому полету в космос. В апреле нынешнего года мы с вами отмечали 50-летие первого полета человека в космос. Юрий Алексеевич Гагарин. А это, по-видимому, ракета «Восток». И вот мы слышим знаменитую запись предстартовых переговоров Сергея Павловича Королева и Юрия Алексеевича Гагарина. Мы вступаем в концептуальный век, и, похоже, в нашем виртуальном путешествии мы приближаемся к тому времени, где творит создатель этого грандиозного шоу австралийский режиссер, хореограф и продюсер Дэвид Аткинс. Зазвучала такая чисто московская мелодия, практически народная. И самая большая в мире видеопроекция становится праздничным тортом. По законам жанра, сквозь толщу крема и глазури на фасад университета должен пробиться кто-то. Подождем, посмотрим, кто. Thank you.
Я думаю, все его узнали, конечно. Это знаменитый трубадур из бременских музыкантов. Горами звучит одна из любимых арий из мультфильма «Возвращение бременских музыкантов» в исполнении Муслима Магомаева. Принцессу не за 3-9 земель, а в Московском университете. Учитесь лучше, поступайте в МГУ. Видите, сколько возможностей неожиданно открывается в этом дворце, помимо престижного образования.